поселке Сосны Успенского сельского поселения есть место, особенно любимое местными жителями. Тут рядом расположились спортивная и детская площадки, на которых выросло не одно здешнее поколение. Теперь оба объекта проходят в соответствии с муниципальной программой стадию основательной реконструкции. Это историческое место, где наши жители приходят и гуляют со своими детьми, и взрослые. И, конечно же, тот вид, который вы видите сейчас, это, скажем так, только лишь предварительные работы. У нас есть разработан комплекс освоения всей этой территории. Поселку Сосны повезло. И эта прекрасная площадка, она является уникальной. Здесь очень много больших крупных деревьев, она зеленая, она такая насыщенная природой. И мы гармонично вписали проект развития этой территории. В ходе работ при сохранении естественного ландшафта будет проложено 500 метров тропиночной сети, создан комплекс детских площадок для ребят разных возрастов от 3 до 12 лет, профессионально обустроен сектор для игры в городки. У нас в поселке Сосны есть, скажем так, исторически сложившаяся династия спортсменов, которые занимаются именно этим видом спорта. Он достаточно редкий на территории, но вот у нас это есть. Закончить весь объем запланированных работ предстоит уже в 2016 году. Первый этап – строительство современной 300-метровой детской площадки с мягким покрытием для самых маленьких гуляющих и серьезное обновление хоккейной коробки. По просьбе наших спортсменов, изучив опыт прошлых лет, мы пришли к выводу, что такие площадки надо делать многофункциональными и всесезонными. Не только для зимнего использования под каток, под хоккей, под фигурное катание, но и в летний период наши спортсмены хотят бегать по полноценному настоящему спортивному сооружению. И мы сейчас сделаем здесь дренажную систему и устройство искусственного газона. То есть не резиновое покрытие, а именно искусственный газон, травяной газон. Срок сдачи обоих объектов в поселке Сосны запланирован на первые числа сентября. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».